2022 yıl, 2022 год, 16 июня. Ребенок гидроцефалия, состояние после шунтирования. Качан шунт койган, бірінші маратаба? 2022 yıl, 5 декабрь. Так, два года назад поставили шунт. Ребенку сколько лет? И чё ж? Сейчас 3 года. Значит, поставили шунт, значит, когда годовало было. У нас лечатся они второй раз. Первый раз пришли, значит, неполное кровотечение получили. Сейчас вот уже получает полное кровотечение. Вот, ну мы узгады шли все здесь. Оп, юрп кал, юрп изберем бізе, көрсәт бені. Хотим посмотреть, давайте. Я покажу. Ребенок начал ходить. Сейчас мы в данное время находимся в Тозахова. Значит, Тозахова находимся. Сейчас вечером, уже 9 часов. Делаем прием больных. И состояние улучшилось ребенка. Дома был юрп кал, да? Я начал. Харакетлари яхшиланды. Начал ходить. Движение стало более плавное. Я начал. А что, Сашу? Дай Бог вам здоровья, Аллах спас нас.